Всем привет! Сегодня мы проведем опыт с поляризаторами. Для этого возьмем два поляризатора и совместим их. Как мы видим, свет проходит довольно хорошо. Но если повернуть один из поляризаторов на 90 градусов, то свет проходить не будет. Самое интересное начинается, когда мы кладем между поляризаторами тонкую пленку, на которую наклеен скотч в разных направлениях для изменения толщины пленки. Теперь, если потихоньку поворачивать поляризатор, то можно заметить, как цвета меняются, как в калейдоскопе.